сегодня в программе. Она убийца моего мужа. Ваша честь, я прошу не бросаться такими словами. Не надо на меня кричать, я не убийца. Она сначала убила моего мужа, лишила меня мужа. Теперь она положила глаз на наше наследство. У Влады Малюгиной был состоятельный любовник, который неплохо содержал ее с дочкой. Анатолий Щербаков погиб в ДТП, виновницей которого была признана сама Влада. Сегодня Малюгина подает иск об установлении отцовства покойного. Она утверждает, что ее дочь имеет право на долю в его наследстве. Вдова и дочь Щербаковы делиться наследством не собираются. Я не видела смысла больше скрывать наши отношения. Я говорила, что Андрей отец только для того, чтобы скрыть наши отношения, скрыть нашу большую любовь. От большой любви появляются дети, а не от одного раза по пьяни. Светлана Великанова настаивает, что Георгий Кротов является отцом ее сына Кирилла. В свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк. Но Светлана утверждает, что Кротов был ее постоянным любовником много лет. И сын стал результатом этого романа. Кротов все отрицает. Истину установит суд. Слушается гражданское дело по иску Малюгиной Влады Сергеевны, Щербаковой Илоне Максимовне и Щербаковой Марте Анатольевне об установлении отцовства покойного Щербакова Анатолия Ильича в отношении несовершеннолетней Малюгиной Прасковьи Сергеевны и также об определении доли ребенка в наследстве покойного Щербакова. Я сразу хочу заявить, Ваша честь, у моего покойного мужа не было никаких детей на стороне. Вот единственная дочь, которая была в его жизни. Детей больше никаких. Вот именно, это просто какая-то самозванка, которая позарилась на деньги отца. Влада, поясните, пожалуйста, суду. Вы подаете иск к вдове покойного Анатолия Ильича Щербакова и его совершеннолетней дочери. Хотите наследство, правильно? Да. Угу. А какие у вас основания утверждают, что покойный является отцом вашей дочки? Ну, потому что Анатолий был моим любовником. И я родила от него дочь Прасковью, которой сейчас год и 9 месяцев. Официально Толя ее не признал, потому что был женат, но он нам всячески помогал. В свидетельстве о рождении указаны просто данные отца с моих слов. Угу. Вымышленный человек, да. А как долго вы состояли с ним в отношениях? Мы познакомились с ним в январе 2019 года. Я выезжала с парковки в торговом центре и случайно его задела. Но он не стал никак возмущаться. Оказалось, что он владелец автосалона. Он пригнал мою машину к себе, починил, потом пригласил меня на ужин, потом проводил, напросился на чашечку кофе. Я, в принципе, понимала, чем это может закончиться, но мне показалось, что симпатичный мужчина, почему бы и нет. Mm-hmm. Вот так. Хорошо. А он говорил вам, пока вы были в отношениях, что он женат, что у него есть дочка? Да, в принципе, знаете, я не интересовалась никак его семейным положением. Я считаю, что если мужчина хочет изменить, он в любом случае это сделает со мной или не со мной. У меня не было цели выйти замуж, я просто хотела хорошо провести время. Тем более человек хороший, он мне очень помог. Я искала работу, и он предложил мне устроиться в его автосалон на ресепшн. Я устроилась, потом в феврале оказалось, что я забеременела. Он сказал, что будет помогать, и я осталась в салоне, я проработала до декрета, потом доченька родилась, и Толя, как и обещал, нам все время помогал. Потом произошло, к сожалению, так, что 7 мая Толя разбился в ДТП, но остался его биоматериал, и я поэтому прошу сделать тест на отцовство. Угу. Ему было 45 лет всего. Так, смотрите, вы хотите выделить долю в наследстве. У Анатолия на данный момент 2 наследника, жена и дочь. Жена имеет право на половину имущества, потому что оно было совместно наше, а вторая половина распределяется между всеми наследниками соответственно, то есть между женой, дочкой и в вашем случае, если будет установлено его отцовство, и вашей дочкой. Понятно вам это, да? Да. То есть фактически ваша дочь сможет претендовать только на 1/6. Ну, это очень неплохо, я считаю. Я считаю, что вообще ребенок в первую очередь имеет право знать, кто его отец, и имеет право иметь поддержку от отца. Когда Толя был жив, он нас все время поддерживал. Я до сих пор в декрете, я не могу сама содержать нас с доченькой. Но Толя нам помогал, теперь Толя нет. Почему она не может получить от своего отца законную поддержку и наследство? Скажите, вы знаете, что входит в наследственную массу? Ну, примерно знаю, да.
Во-первых, у Толи был автосалон. Потом у него есть 4-комнатная квартира в центре Химок. У него есть загородный 3-этажный коттедж со своим причалом, со своим катером даже к этому причалу. Толя очень любил машины, он их коллекционировал. У него 11 машин, 8 из которых это очень редкие раритеты. Так что я считаю, что 1/6 это вполне нормальная доля, чтобы обеспечить ребенку какое-то безбедное существование. Угу. Вот так. Девочка совершенно прелестна. Скажите мне, пожалуйста, ответчик Илона Максимовна. Вы знали, что у вашего мужа какие-то романы на стороне? Вы сначала категорически сказали нет. Вы этого совсем не допускаете? Ваша честь, я просто в шоке от того, что Мелик – это мерзавка. Вы знаете вообще, кто это? Расскажите. Она суда. Убийца моего мужа. Ваша честь, я прошу не бросаться такими словами. Не надо на меня кричать, я не убийца. Она сначала убила моего мужа, лишила меня мужа. Теперь она положила глаз на наше наследство. Что это вообще происходит такое? То есть сейчас получается, так и... что она... Да. Она на меня подает в суд. Ваша честь, я попрошу меня отвечать. Не оскорблять. Я в любом случае. Почему, скажите мне, пожалуйста, вас убийцей называют? В день своей гибели, 7 мая, Толя приехал ко мне. Он сказал, что он собирается уйти от жены и от дочери. Он был весь на взводе. Он был на нервах. Ему стало плохо, у него был сердечный приступ. Я вызвала скорую. Я очень сильно переживала за него. Скорая его куда-то погрузила, куда-то повезла. Я, естественно, села за руль, поехала за ними. Я была в такой тревоге за своего любимого человека, что я просто ехала на машине, не справилась с управлением. Я врезалась в машину реанимации. Машина перевернулась, улетела в кювет, и Толя погиб. Она убила его. Я не убивала его. Признаны виновной в ДТП, которое произошло. Мне дали 2 года условно, потому что все прекрасно понимали, что я не хотела ничьей смерти. И тем более смерти своего любимого человека. Я не понимаю, на что она рассчитывает. У Толи, ну, он такой был человек, у него ничего не могло быть с какой-то секретаршей, которая проработала у него меньше года. Ушла в декрет. Да дочке, ну, почти 2 года. Почему она раньше ничего не сказала? Где она была раньше? Почему молчала? Никаких претензий. А теперь мой муж погиб. Он не может все ее вот эти вот грязные инсинуации опровергнуть. Он молчит. И ей теперь очень выгодно этим воспользоваться. Но Толя был пристальнейший, честнейший человек. Да ты хоть раз мозги включи. Зачем я буду чего-то говорить, если Толя меня поддерживал? Я ушла в декрет, потому что я от него ждала ребенка. И сейчас, если ты мне не веришь, спроси у дочери своей. Она нормальная. Я вообще нормальная, да. Мам, она какую-то говорит полнейшую. Ну да посмотри на нее. Ваша честь, я работала у отца в салоне с 18 лет. Да. И поверьте, если бы он завел какие-то шашни с обслугой, я бы об этом знала. Ну или, по крайней мере, мне об этом рассказали, потому что, ну, моего отца на работе уважали. Вот зачем ты сейчас врешь? Ваша честь. Она об этом знала, и она не только знала, она доставала отца своими претензиями и угрозами. Она даже мне писала все претензии и угрозы несколько раз. У меня сохранилась смс-ка. Пожалуйста, вот покажите на экране. Отстань от отца, кошка драная, он любит мою маму, не отвалишь. Я с тобой лично разберусь. Марта, что это значит? Ты знала, что... Да, получается, что вы знали, что роман у вашего папы? Пицца-то и особый. Ладно, да, я в какой-то период времени об этом знала. Ну, я случайно зашла к отцу в кабинет, и там он зажимался вот с этой... Да прекратите меня, в конце концов, оскорблять. А это не оскорбление, это правда жизни. И я тогда очень Ваша сильно честь. На отца наехала своего, ну, потому что, ну, это уже беспредел. Я понимаю, что как бы кризис среднего возраста, ну, не до такой же степени, но он сказал, что... Все нормально, это пройдет. Ну, ваша честь, просто посмотрите на нее. Ну, какие серьезные отношения с ней могут быть? Ваша честь, я прошу их. А что папа-то вам сказал на это? Он сказал, что он наиграется и бросит. И, ну, он так тонко намекнул на то, что он очень осторожный, потому что он не собирается заводить от нее детей. Угу. Что же это такое? Все вокруг все знали. Ну, мам, серьезно, просто вот сейчас... Я хочу, чтобы ты успокоилась, потому что мы ничего ей не отдадим. Отец не мог нас так подставить. Он, ну, ты же знаешь его, он был осторожен. Угу. Вот ты знаешь только то, что он тебе говорил. А то, что он тебе говорил, вовсе не значит, что это правда.
Толя нас очень любил. Он постоянно к нам приезжал, играл с дочкой. У меня есть свидетель этому. Я прошу пригласить мою подругу. Она моя соседка на лестничной клетке. Подтвердит ваши отношения, да? Да, она подтвердит, конечно, наши отношения. Прошу. Пожалуйста, это Булынина Юлия Львовна, верно? Да, Юлия. Пригласите ее, пожалуйста. И, пожалуйста, попросите их больше меня не оскорблять, как бы они ни относились к этому вопросу. Дорогая, на правду не обижаются. Дорогая, будешь матери своей говорить? Она говорит. Поздравляю. Только от своей дочки, я боюсь, вы такого не дождетесь. Не трогайте ребенка. Здравствуйте, Юля. Ребенка я не трогаю. Юля, вот поясните, пожалуйста, ваша подруга Влада хочет установить отцовство умершего Анатолия. Говорит, что у них были отношения. Что вы по этому поводу можете сказать? Вы можете подтвердить, что действительно у них были отношения, вы их часто вместе видели? Вы близкая подруга истца, правильно, да. Влада? Ваша честь, я уверена, что Анатолий – отец Прасковьи, потому что сам он этого не отрицал. Да я же видела, как он тетешкается с Прошей. На день рождения, на годик, он подарил дочке золотые серьги. Пару-тройку раз в месяц Влада оставляла дочку у меня, чтобы они могли с Анатолием уединиться вдвоем в квартире. Да и зимой они на Мальдивы все вместе летали. Ну и в день смерти Толя был у Влады. Марта, скажите, пожалуйста, вы же работали тоже у папы в автосалоне, верно? Да. И вы даже за ним следили, судя по тому, что вы застали своего папу вместе с отцом. Ну, это случайно. То есть получается, что вы знали, что у них продолжающаяся связь, что часто они видятся. Да, верно, ну, не, все? Ну, ваша честь, ну, подумаешь, он там пару раз с ней увиделся. Это ничего не значило. 7 мая мы были с папой вдвоем дома, и я взяла его телефон, увидела там от нее сообщения, звонки. Я очень разозлилась, ну, потому что это все слишком уже долго продолжалось. На что папа мне сказал, что давно с ней порвал, и ну, ему просто по-человечески ее жалко. Потому что ну, как бы женщина уже в возрасте, с ребенком на руках, алименты не платит муж бывший. Ну, что еще делать? Кто еще поможет? Вот. Ну, как бы жалость жалостью, но, блин, это посторонний человек. Какая нам разница, что у нее происходит? И я сказала папе об этом, взяла телефон и сама связалась. Собственно, рассказала о том, что ну, нам пофиг на ее там состояние, это не наши проблемы. Если она продолжит вытягивать деньги из моего отца, я лично ей глаза выцарапаю, я это не скрываю. Вот. Отец, конечно, офигел от такого, но сказал, что я права, и давно надо с этим завязывать, потому что она его тоже уже давно задолбала. И потом, сразу после этого, он сказал, что ему надо отъехать по делам в автосервис. Вот. Ну вот видите как, он сказал, что поехал в автосервис, а на самом деле к Владе. Ну, я думаю, что он просто поехал извиниться из-за меня. Он тяжело переживал всякие там ссоры, склоки и так далее. И, наверное, из-за этого у него сердце прихватило, и он в результате трагически погиб. Но на самом деле это ничего не меняет, я считаю. Потому что ну, неизвестно, от кого она забеременела. Мне рассказывал отец про то, как они познакомились, что ну, ДТП, все дела. И когда она вышла из машины после того, как в него врезалась, она была такая вся заплаканная, зареванная, мол, ой, типа, меня муж убьет. Вот. И этот муж, даже отец его видел, потому что он приехал, ну, как бы посмотрел на все это, потому что его машина была, обругала эту тварь и уехал. Вот. Поэтому как бы на момент каких-то там взаимоотношений, если они были с моим отцом, она была замужем. Дочь, подожди. То есть... Подожди. Ты такую информацию... Понимаешь, какую ты информацию сейчас говоришь? Она забеременела в то время, когда она была замужем. Да? Думаешь, почему я такая спокойная? То есть ситуация меняется коренным образом. Извините, пожалуйста. Это очень важная информация, которая может вообще в корне все изменить. Вы были замужем, когда забеременели? Нет, ваша честь, я не была замужем. Мы развелись с мужем в апреле аж 2018 года. Просто я ездила на его машине, поскольку мы не подавали на раздел имущества. И, конечно, я за эту машину переживала. Просто по привычке сказала, что это мой муж. С Толей на тот момент мы только знакомились. Я хочу позвать своего бывшего мужа, который подтвердит, что мы уже не были вместе и тем более не жили. И официально вместе. Были в разводе, интимных отношений у вас тоже не было, да? Да, он сейчас это подтвердит. Позовите его, пожалуйста. Горбунова Виталия, пожалуйста, позовите. Вот вас просто, я вообще просто попрошу не вмешиваться. Вы вообще не поймите, кто здесь в какой-то клетке. Перестаньте их всем хамить. Скажите, пожалуйста, да. Виталий, от кого ваша бывшая супруга Влада родила дочку Прасковью? Не от вас ли? Хочется с того начать, что мы развелись по моей инициативе в 2018 году, в апреле. У меня закрутился на работе роман, я ушел из семьи, но как бы получилось так, что у меня второй брак был
ну, коротким совсем. Через год я развелся. Но при этом как бы мы с Ладой остались в хороших отношениях. Вот. А как вы узнали, что у него с Анатолием отношения? И когда вы об этом узнали? Ну, я где-то в 19 году в феврале приезжал за вещами, забрать вещи из квартиры. Ну и там увидел мужчину, того самого, в которого она задела, собственно, машину в январе 19 года. Вот они были в халатах, просто кровать была, ну, не заправлена, я не стал глупых вопросов задавать. А потом уже позвонил, и Влада говорит, да, что это ее начальник, что у них отношения. Вот. И, ну, и потом она уже забеременела, собственно. Я их видел часто в магазине вместе, они покупали, ну, коляски, готовились, собственно, к дочке, к ребенку. Угу. Вот. Угу. Как-то меньше общались в тот момент, потому что у меня жена была очень ревнивая, как бы, и... Ну, а после этого вы виделись с вашей женой? После этого? Ну, получалось так, что после развода, когда развелся, я приходил туда однажды, и, ну, я, если честно, хотел вернуть отношения, хотел извиниться, как бы, и все исправить. У вас уже... там не сложилось, да, с другой семьей? Через год я развелся, да, во втором браке. Вот. Ну, Влада сказала, что если у нас будут отношения, то Анатолий перестанет помогать ей и своей дочери. Я поняла, они в сговоре. Угу. Ну нет, в сговоре, на самом деле, а скажите, просто после вашего развода у вас с Владой были интимные отношения? Нет, конечно. Потому что, ну, во-первых, я полностью ушел в отношения своей новой, а она была увлечена с Щербаковым полностью. Поэтому угу. Нет. Все, спасибо вам большое. Суд выслушал аргументы сторон показаний свидетелей. Пришло время ознакомиться с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. Сейчас вот мы узнаем ваша дочь правду. Вообще вас держит в неведении. Наша ни муж, дочь, ни это дочь. Наша дочь. Посидите там в своем бункере и ничего не знаете. Все. Успокойтесь. Тишина в зале суда. Оглашаются результаты генетической экспертизы Щербакова Анатолия Ильича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Щербакова Анатолия Ильича и Малюгина Прасковья Сергеев. По результатам настоящей экспертизы Щербаков Анатолий Ильич не является биологическим отцом Малюгина Прасковья Сергеевна. Как может быть? Это какая-то ошибка, наверное. Вот. Нет, здесь не бывает ошибок. Я же говорю, что она гулящая. Это не что, извините, пожалуйста, Влад, это что, какая-то для вас неожиданность полная, результаты? Да, для меня неожиданность. Какое счастье, потом меня осудили, теперь еще не получат нашего наследства. Что это за полоса невезения? Я нисколько не удивлена. Да, скажите, кто же тогда отец Влада? Ну тогда, видимо, Виталий. Вы же говорили, у вас не было с ним интимных отношений после развода, и он это подтвердил. Ну, просто был один раз, когда он пришел, тоже в 19-м году это было, пришел пьяный, я его положила спать в соседней комнате, потому что он был уже так, ну, не очень вменяемый. А потом просыпаюсь, и он рядом лежит. Он что-то там бормотал, что он хотел помириться, еще что-то. Ну, я как-то не придала этому значения, а оказывается, вот так бывает. Я тебя люблю просто. Ты не представляешь, как я счастлив сейчас. Я мечтал о ребенке все это время просто. Блин, прости меня, пожалуйста. А. Прости, правда. Выходи за меня замуж обратно. Я... Просто будем растить нашу общую дочь вместе. Она похожа очень на меня. Я пока не могу собраться с мыслями. Давай мы потом выйдем и потом обговорим этот вопрос, хорошо? Мне предлагают как бы взять ее с ребенком, а она еще там все цены набивает. Ты что, суд удаляет для вынесения решения. Конечно, зачем мы здесь? Зачем ты нас вообще сюда вытащила? Да идите отсюда! И нечего на меня кричать! Мы со своим именно наследством. Нищебродка. Оглашается решение суда. В иске об установлении отцовства и о признании за ребенком Малюгиной Прасковьи Анатольевны права собственности в порядке наследования по закону на долю в имуществе умершего Щербакова Анатолия Ильича отказать. Суд не устанавливает отцовство умершего Щербакова Анатолия, потому что утверждение истца, что Анатолий Щербаков является биологическим отцом ее дочери Прасковьи, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы, свидетельскими показаниями и другими обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Судебное заседание закрыто. Доча, мы победили. Правда, день потеряли. Заседание закрыто. Прошу покинуть зал суда. Далее в программе.
Я не видела смысла больше скрывать наши отношения. Я говорила, что Андрей отец только для того, чтобы скрыть наши отношения, скрыть нашу большую любовь. От большой любви появляются дети, а не от одного раза по пьяни. Светлана Великанова настаивает, что Георгий Кротов является отцом ее сына Кирилла. В свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк. Но Светлана утверждает, что Кротов был ее постоянным любовником много лет. И сын стал результатом этого романа. Кротов все отрицает. Истину установит суд. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушается гражданское дело по иску Великановой Светланы Витальевны к Кротову Георгию Матвеевичу об установлении отцовства в отношении Великанова Кирилла и о взыскании соответчика алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 от всех доходов ежемесячно. Кротов Георгий Матвеевич с исковым иском не согласен. Так, давайте посмотрим свидетельство о рождении. В свидетельстве о рождении стоит прочерк. На каком основании, истец, вы просите установить отцовство ответчика Георгия? Да, Кирилл сын Жора, и он это прекрасно знает. Понимаете, ваша честь, когда я забеременела и родила, Жора был женат. И женат был на достаточно влиятельной особе. Поэтому он сказал, что если я хочу, чтобы он хоть какое-то участие принимал в воспитании сына, и тем более нам помогал финансово, в графе отцовства должен быть прочерк. А отчество дала в честь своего дедушки Андрея. Для меня это был показатель идеального мужчины. Я очень любила своего деда. Именно поэтому он у нас Андреевич. Угу. Почему же вы тогда сейчас подали иск? Вот он такое жесткое очень условие вам поставил, вы на это пошли. Почему сейчас вы изменили свое решение? Просто год назад Жора развелся, а детей у них с женой так и не было. Вот. И я не вижу, в принципе, больше никаких причин скрывать ребенка от общества. Извините меня, Жора обязан просто признать Кирилла собственным сыном. Да и мальчик у меня уже взрослый, 7 лет, он уже все прекрасно понимает. И теряется при вопросах взрослых и сверстников, когда он меня спрашивает, а кто твой папа, а чем он занимается, а где твой папа. Сын знает, что официально у него отца нет, а фактически есть. Поэтому я хочу, чтобы сын рос с отцом, а не был безотцовщенный. И он... Ему стыдно. Угу. Да и мне тоже. А скажите, пожалуйста, он общался эти годы с ребенком? Конечно, общался. Он общался постоянно с ним. Ведь и был привязан как отец. Угу. Он, в принципе, является-то отцом. Но вот как он развелся, почему-то вот все поменялось сразу же. Он перестал общаться, перестал... После своего развода, интересно. Да, да. А так как он развелся, я еще раз говорю, не вижу причин отказываться от сына. Ведь когда мы с ним познакомились, мы живем вообще в военном городке. А я работала медсестрой в медсанчасти. Спокойно абсолютно, всегда все было хорошо. И вдруг приехал Жора. Приехал с сломанной рукой, он ее разрабатывал руку. И стал со мной флиртовать. Я когда узнала, что он женат, и женат он на дочке полковника, вот, и я, соответственно, понимала, что если наши отношения скроются, то меня просто выгонят с работы. А где я еще могу найти работу? В военном городке. Да ему не поздоровится. Поэтому мы договорились скрывать наши отношения. А когда я забеременела и появился животик, ну, я не могла больше быть в санчасти. И мне пришлось уехать к бабушке в Жуковский, где, в принципе, благополучно и родила. Родив ребенка, мы вернулись. Но начались какие-то сплетни, осуждения, и нам пришлось уехать в Жуковский насовсем. А вот вы уехали в Жуковский, он вас там навещал? Постоянно. Он постоянно приезжал, навещал. А вот как развелся, он даже перестал деньги давать. Поэтому я хочу, чтобы Жора признал моего сына собственным ребенком и подала еще вдобавок на алименты, которые, в принципе, нам и присуждаются. Они положены. Ну да, совершенно верно, мы положены. Мы теперь можем вместе растить, как семья, нашего собственного сына. Не боясь осуждений. Да, все понятно. А скажите, пожалуйста, ответчик Георгий, вы считаете Кирилла неродным сыном, да, но тем не менее вы платили ИСУ на протяжении определенного времени, помогали, да, даже навещали ее. Как так? Светлана все врет, конечно же. Потому что Кирилл, он сын Андрея Колосова, погибшего друга моего. Вот, и в память его
Я именно в память Андрею помогал с Кириллом. Вот. Я, конечно, когда он был жив, я еще при жизни, я, собственно, не одобрял их отношения, потому что Света вообще не та женщина, с которой можно заводить какие-то отношения. Но они у нас же были с тобой. Света не та женщина? Да, это точно. Но, несмотря на это, я помогал им и деньгами помогал, но прошло время, Кирилл вырос, она уже может сама о себе позаботиться, и пора бы это делать. Но она, видимо, привыкла, что я платил все это время. И, собственно, начала лезть уже и подлости даже в мою семью делать. Она вот год назад выложила у себя в соцсетях фотографию со мной и с Кириллом, где подписала, что папа и сын, соответственно, наши общие знакомые с женой, они эту фотографию показали жене. Она после этого со мной развелась. И я люблю свою жену. Я ее целый год уговаривал вернуться. И когда это удалось, она вернулась. Вот, а нам сделали новую подлость. Она, соответственно, замутила вот эту всю канитель с судом, с элементами, с отцовством. Вот, и так она отплатила за мою вот щедрость за эти годы, то, что я им помогал. Да ты был сам согласен. Угу. Ты был готов признать ребенка своим. А потом он мне заявляет, ну ты же получаешь элементы, помимо моих элементов, да, еще и пособие, как мать-одиночка. Я на это и согласилась. А теперь ты вообще говоришь, что между нами ничего не было? Неслось. Вот действительно, она же говорила, что... Светлана говорила, что вы навещали ее. Это конечно. Все исключительно из дружеских чувств к вашему погибшему другу? Но... Да не бывает так. Понимаете, в чем дело? Кирилл... И он вроде бы как даже к вам привязался, Кирилл, нет? Я, когда ему было 3 года, я к ним приехал очередной раз, я привез денег и подумал сводить их в кафе. Мы пошли в кафе вместе. Там в кафе Кириллу стало плохо. Мы срочно ломанулись сразу в больницу. Пока Светлана оформляла документы, у меня Кирилл на руках был, подошел врач и спросил, вы ли его отец. Ну, я в такой ситуации немного растерялся, но я кивнул, типа да. Видимо, Кирилл это запомнил. Я Светлане сказал потом, что... А что, вас папой, что ли, после этого начал называть? Да. Но я ей сказал, чтобы она ему объяснила, что не я, а его отец. Но она говорит, я же не могу ему сказать, что он еще маленький, что его отец погиб. Ну, я, конечно, что, зверь, что ли? Я тоже этого не буду говорить. Но она, естественно, это и не объясняла ему. Извините, пожалуйста, у вас не было с ней секса? Интимных нет, отношений потому что Андрей был моим другом. Да что ты врешь? Ну как это не было? Я разве... Если бы у нас не было с тобой никакой связи, разве я бы здесь стояла? Нет, я бы здесь не стояла. Ваша Узнаем. Честь, однажды нас пригласили... Ну, вообще, как дело развивалось? Да, вот он говорит, у нас не было интимных отношений. Да, я действительно встречалась с Андреем Колосом. Да, действительно, он очень красивый. С другом красиво. Георгия, соответственно, да? Да, с его другом. Так. У нас были отношения, но не интимные. Он за мной ухаживал. Он действительно меня полюбил. Он не настаивал на постели никогда. Я понимала, что это выгодная партия. Он, как будущий муж, просто идеальный. Я ждала, когда появятся чувства, но, к сожалению, чувств так и не появилось. А потом я встретила Жору. И вот здесь вот как раз-таки вспыхнули чувства. И однажды нас пригласили всех, нас с Андреем и всех офицеров, на турбазу отдохнуть. Туда как раз офицеры с женами, с девушками ездят. А он почему-то приехал без жены. Ну, я думаю, наверное, поругались, или у них действительно не такие хорошие отношения. Вот. А Андрей у меня порядочный, он особо нас не выпивает. Ну и ребята решили так по-культурному посидеть. Ну как это у нас бывает у мужчин, сами понимаете, да? Выпивки не хватило, надо было кого-то посылать, гонца. И отправили Андрея в итоге за выпивкой. А Андрей где-то сломался в лесу, связь не ловит, телефон разрядился. Все уже разошлись без выпивки, всем скучно. А мы сидели, как дураки, ждали Андрюху. Вот, ждали, что-то разговорились. И наконец-то мне Жора признался в чувствах, что все-таки... Мои чувства к нему не односторонние. А он действительно тоже в меня влюблен. Вот, и на этом фоне как-то у нас и получилось, что мы переспали. Вот, после чего в течение 3 месяцев я забеременела. То есть вы продолжали встречаться? Мы перестали встречаться, да. А с Андреем я порвала, да и Андрей, к сожалению, скончался как раз вот в это время практически на полигоне. Так, 1 мая 2014 года, рождение Кирилла, отношения август-сентябрь, ну, в общем... Вот, видите? Да. Все четко показывает, что вот в этот период мы встречались с Жорой, что Жора
отец Кирилла. Скажите мне, пожалуйста. Я продолжение быть просто никак не может. Я не знаю, почему он... Ответчик, с 15 августа по 15 сентября 2013 года у вас были отношения были. С Ваша честь, с 15 вот именно августа по 15 сентября она не могла от меня забеременеть, потому что еще 13 августа мы с женой уехали к родственникам в Туапсе. 5 сентября мы только прилетели и тут же отправились на дачу к тестю, где я там помогал ему строить баню. И еще целую неделю потом я там находился и никуда с этого участка не отлучался вообще. Если она хочет найти своему сыну отца, то надо было об этом раньше думать, а не лазить по мужикам по штанам, блин, и бегать одного к другому, как это было. Ну, ладно. Так, подождите, если вы говорите от одного к другому, тогда получается, что шансы были не только у Андрея, у вашего друга, но еще и у других, так что ли? Дело в том, что за полгода до этого она, у нее был от первого брака сын, ему было 1.5 года, Федя. Но однажды муж не углядел за ним, и он утонул в пруду. После чего она с ним, конечно же, развелась. Муж она Светланы? Да, она долго переживала, и у нас в части все ей сочувствовали. Вот, до того момента, пока она не решила, что она себе заведет нового ребенка. И она стала перебирать одного мужика к другому, искать себе отца, кто бы с ней переспал бы. Но ей это не очень-то удавалось. Особенно, когда наши женщины ей подошли и сказали, что, типа, дорогая, заканчивай с этим делать, и давай-ка уезжай сюда куда подальше. Я думаю, будет тяжело найти отца ребенка. Я могу позвать своего свидетеля, это заведующая нашей медсанчасти Марию Анатольевну, Марию Антоновну. Вот, она нас видела. Она нас даже... Она подтвердит, что у вас была интимная связь, она, да, в указанный период? К сожалению, она нас даже застукала. Мне было стыдно. Любимого Марии Антоновны, пригласите ее, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы здесь разрыдалась, расплакалась? Да ты вспомни, это количество мужиков-то сколько хорошо, было. Хорошо, но здесь показано, окей, не совпадает. Что ты решила остановиться-то? На мне. У медицине какой на регуляция, понимаешь? Здравствуй, Светочка. Это приблизительно сроки. Ты отец. Мария Антоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, суду. Вы можете подтвердить, что Светлана родила своего сына Кирилла от ответчика, от Георгия? Истец утверждает, что вы видели, как они занимались сексом. А он говорит, у нас ничего не было. Я уверена, что Света родила Кирюшку именно от Георгия Матвеевича. А он говорит, не было у нас ничего с ним. Она забеременела в те месяцы, когда встречалась с ним. Вот тем летом, в начале августа, я застукала их в процедурной ночью, они занимались сексом. До сих пор стыдно. Я знала жену Георгия, поэтому высказала им все, что думаю по этому поводу. И в какое положение они меня поставили? Я не хотела увольнять. Светлану я предупредила, что еще раз замечу, что она устраивает свидание на рабочем месте. Я ее уволю. Георгий также пообещал мне, что по ночам к ней на работу бегать не будет. Но тем не менее, я еще несколько раз видела, как он ждал ее на улице после смены. Скажите, а вот когда вы узнали, что Светлана забеременела, у вас были соображения, что, может быть, Георгий является потенциальным отцом? Ну, или она вам сказала, может быть, что она от Георгия забеременела? Да, все верно. Осенью она принесла мне заявление об увольнении. Я удивилась, куда она пойдет, спросила ее. Света в слезы призналась, что забеременела от Георгия Матвеевича и в городке больше находиться не может и вынуждена уехать. А вот. Куда? Животом еще тянусь. Мне ее стало очень жаль. Я сама воспитывала дочь одна. И когда узнала, что она поедет к бабушке в Жуковский, нашла ей там работу. За это я очень сильно благодарна. Mm-hmm. Ну, конечно. Георгий, у вас были интимные отношения со Светланой? Ваша честь, это сложно назвать отношениями. У нас был один случайный секс на турбазе. А ну, видите, вспомнили. После чего, да, после чего она мне не давала проходу абсолютно. Ну, и, ну я пару раз, конечно, не сдержался потом. Но как нас застала Мария Антоновна, я тут же бросил Свету, и она вернулась к Андрею. И больше у нас ничего не было. И давайте позовем мать Андрея, Нину Тихонову, которая сможет подтвердить, что все это время Светлана называла отцом именно Андрея. Пригласите, пожалуйста, Колосову, Нину Тихоновну. Ты же знаешь, почему называла отцом Андрея? Потому чтобы скрыть наши с тобой отношения. У тебя же жена крутая. Ой, боится, что нас уволят? Врать? Вот зачем вы врете? Да ты сам с ребенком конечно. Постоянно находился. Ты постоянно сам его лелеял, любил. Что Нина Тихоновна, здравствуйте. Добрый день.
Нина Тихоновна, вы можете суду подтвердить, что Светлана родила своего сына Кирилла от вашего сына Андрея? Да, мы с мужем именно так все 7 лет считали, пока Светлана нас не огорошила иском к Жоре. Угу. Да, она встречалась с Андреем. И перед тем, как Андрей погиб, он сообщил, что Света беременная. Угу. Поэтому мы и помогали мальчику после гибели Андрея. Угу. Кирюша, это все, что у нас осталось после гибели сына. Мы даже в Жуковский переехали специально, чтобы быть поближе к внуку. Я за это очень благодарна. Угу. Да, я сидела с Кирюшей, когда он корью болел, ветрянкой. Света тогда только на новую работу устроилась, и поэтому больничный-то взять не могла. А сейчас она заявляет, что Кирюша не наш внук. Я не могла по-другому. Да, знаете, и на самом деле, вы мне еще спасибо должны сказать, между прочим говоря. То есть мы должны ей спасибо сказать? Да, вы себя вообще в зеркало видели, что было с вами и с вашим мужем, когда вы потеряли сына? Вам нужна была отдушина. Так, Светочка, мы тебе, вам нужна была отдушина, и мы должны... Да, вы должны были сказать мне спасибо. Дай мне сказать, я постарше. Мы теперь должны спасибо тебе сказать за то, что ты нам позволила любить чужого внука, да? Да. Какой цинизм. Вы хотя бы переключились. Подожди, дорогая, а как ты объяснишь Кирюше, что вот у него 7 лет были бабушка с дедушкой, которых он любил, которым на дачу ездил, а теперь их нет, а? Я уже всем объяснила. Угу. А вы вот вообще подумали о чувствах ребенка? Вы говорите, я ему уже все объяснила. Конечно, подумала. Подумали, да? Послушайте, что он рассказал психологу. Кирилл, скажи, а кто твой папа? Мой папа полковник, его зовут Жора Гермикротов. А бабушки и дедушки у тебя есть? Да, баба Катя, это мамина мама. И баба Нина, Нина Тихоновна. А еще деда Коля, Николай Петрович. А бабушка Нина, она мама твоего отца Георгия Кротова, да? Нет, я не знаю. Она просто моя бабушка, то есть раньше была. Мама говорит, что эта бабушка мне не родная. И дедушка тоже не родной. Ну ты-то их любишь, тебе с ними было интересно? Да, бабушка мне пекла блинчики с вареньем, а дедушка книжки читал. Они со мной в музей в Москву ездили. Мне с ним было очень интересно. Вы видите, что она творит, ваша честь? Она ищет себе просто выгодного отца для ребенка. Да, и... Кирилл счастлив с бабушкой, с дедушкой. Ее устраивало то, что пока я был женат, оплачивали ее проживание родители Андрея. А теперь, как я развелся, так она взялась за меня. А со мной не выходят, то найдется по-любому другой кто-то еще. Я думаю, не за горами. Да, истец. А вот так получается, что я понимаю, что ваш бывший муж, это Великанов Павел, он за себя считает биологическим отцом что? Кирилла. Вы с ним развелись, я полагаю, уже давно. Сразу. Но, тем не менее, он обратился в суд с иском об установлении отцовства. Пригласите, пожалуйста, в зал суда Великанова Павла Егоровича. Что ты не то делаешь, дорогая? Жили нормально, зачем? Здравствуйте, Павел, сюда, пожалуйста, проходите. Я вас спасла. Спасатель. Ты что тут забыл? Ты что сюда приперся? Что ж ты всем такое не говоришь? Да, пожалуйста, присаживайтесь. Расскажите, Павел, что вас в суд привело? Вы являетесь истцом, Светлана является ответчиком по вашему иску. Почему вы себя считаете биологическим отцом Кирилла? Ну, после развода у нас с ней были один раз отношения. До этого мы несколько месяцев не виделись. Но я электрик и пришел к ней на вызов. Это был день именин Феди, нашего бывшего ребенка. Мы помянули сына, она разрыдалась, я ее утешал. В результате мы оказались в одной постели. Я на утро предложил ей сойтись, но она прогнала меня. Это было в первых числах августа 2013 года. А в следующем году она родила Кирилла. Да, а вы знаете, что у Кирилла прочерк в графе «Отец» в свидетельстве о рождении? Что же вы
раньше-то не попытались установить свое отцовство? Да я пытался, но Света прогнала меня. Представляете, мы с моей мамой 7 лет гадали, является ли Кирилл моим ребенком, или он ребенок Колосова, как утверждала Светлана. Вот поэтому мы с мамой решили подать этот иск, когда узнали, что Света отказалась от своих слов, что Кирилл является ребенком Колосова. Жора развелся, я не видела смысла больше называть Андрея отцом. Я не видела смысла больше скрывать наши отношения. Я говорила, что Андрей отец только для того, чтобы скрыть наши отношения, скрыть нашу большую любовь. От большой любви появляются дети, а не от одного раза по пьяни. Да не может быть, чтобы от одного раза тоже. Ваша честь, я прошу пригласить сюда мою маму. Она объяснит, почему она уверена в том, что Кирилл мой сын. Да у нее сердце плохо. Да, пригласите, пожалуйста, Великанову Марию Михайловну. Кого ты еще привел? Зачем? Это просто было по пьяни один раз. Мы целый год не могли с тобой ребенка сделать. Мы по врачам. Здравствуйте, Мария Михайловна. Проходите, пожалуйста, вставайте к своему сыну Павлу. Вот сюда, пожалуйста. Слушай, со сколькими у тебя по пьяни было? С одним. С одним? Бывший мечтается. Мария Михайловна, чуть-чуть поближе, сколько вот сюда прямо. Бывший, это Поясните, пожалуйста, сюда, почему вы считаете своего сына Павла биологическим отцом Кирилла? Я его не люблю. Я уверена, что Кирилл – это мой внук. Он копия Паши, одно лицо. Так, ну, в общем, это, конечно, серьезный аргумент. И только из-за внешнего сходства вы решили, что Кирилл – сын Павла, и уговорили Павла обратиться в суд с иском. Правильно я понимаю? Ваша честь, 5 лет назад я впервые увидела Кирилла. Мы с Пашей приехали в город Жуковский по делам. И случайно в парке увидели Светлану с Кирюшей. Ему тогда было около 2 лет. Издали он нам напомнил Федю, погибшего сына и моего внука. У меня чуть сердце не остановилось. Но не могут быть похожи 2 ребенка, если они не родные братья. В парке у мамы случилась истерика. Она просто не могла уйти от Кирилла, вцепилась в него. Но Света не пожалела ее. Она орала, чтобы мы оставили ее в покое, ее и сына, и убирались. Я тебе сейчас не пожалею. Я не знаю, что ты тут делаешь. И на что ты рассчитываешь. Мне не нужна ни твоя мама, ни ты. Она кричала, что отцом Кирилла является майор Колосов. Рядом в парке находилась пожилая пара. Они стали оттаскивать мою мать от Кирилла. И женщина, она сказала, что является бабушкой Кирилла. Я догадался, что это были Колосовы. Когда мы ушли из парка, мама так и не смогла успокоиться. Я уговорила Пашу на следующий день сходить к Свете. Я подумала, что в парке у Светы могла быть истерика, а здесь они спокойно сядут, поговорят, выяснят. И Света признается, что Кирюша наш. У Кирилла не может быть другого отца, только мой Паша. Ну давайте выясним, кто же на самом деле отец Кирилла. Принесите, пожалуйста, конверты с результатами генетических экспертиз. Он еще и маму привел. Это вообще ненормально. А кого я должен был привезти? На кого он там похож? Да он на меня похож. Ну перестань. И на Жору, посмотри, одно лицо. Светочка, он похож на Пашу. Не дай бог, просто не дай бог. Уважаемые стороны, оглашаются сначала результаты генетической экспертизы Кротова Георгия Матвеевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Кротова Георгия Матвеевича и Великанова Кирилла Андреевича. По результатам настоящей экспертизы Кротов Георгий Матвеевич не является биологическим отцом Великанова Кирилла Андреевича. Как не является? Ну что, дорогая, наш. Теперь ты отстанешь от моей семьи? Теперь ты все это поняла? Закончится вся эта мерзость? Извиниться тебе надо перед родителями Андрея. Наша. Сейчас оглашаются результаты генетической экспертизы Великанова Павла Егоровича. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Великанова Павла Егоровича и Великанова Кирилла Андреевича. По результатам настоящей экспертизы Великанов Павел Егорович является биологическим отцом Великанова Кирилла Андреевича.
Чего это требуется? Света? Нет, это ошибка. Ты не обманывала нас 7 лет? Да какой достойный папа? Я его видеть не могу. Все это время могу. Мы могли жить вместе и растить ребенка. Я тебя ненавижу. Моя я мама перестала бы плакать. Я тебя на чем ты зачем ты так с нами? Да я тебе до километр к ребенку своему не подпущу. Ты даже не надейся. Вот это вот ничего не меняет. Ты не подступишь к моему ребенку. Ты я не дам тебе ушатать его. Ты негодный отец. Тебе нельзя доверять. Светочка, милая, прошло больше 8 лет. Подумай, наконец, про Кирилла. Я как раз-таки и думаю. Ему очень нужен отец. И о его жизни. И я ему тоже нужна. Вот я ему купила подарочек. Вы Феде были нужны. Вы Феде были нужны, а не Кириллу. Пожалуйста, передай это Кириллу. Убери это все. Просто убери. Я все буду для тебя делать. Не надо ничего делать. Я... Займите, пожалуйста, свое место, свидетель. Угу. Сюда пройдите. Прошу вас. Светочка, я все для тебя сделаю. Да я долго откладывала. Сделали. Вы уже все сделали. Вы моего первого ребенка убили. Я вас всех ненавижу. О Дай чем нам вы еще говорите? Шанс. Дай нам еще один шанс. Я долго откладывала зарплаты. У меня есть приличные накопления. Сейчас я на пенсии. Я могу очень много времени уделять своему внуку. Пожалуйста, не отказывай мне в этом. Не, ну вы только посмотрите, что надумали, значит. Явились, не запылились, неизвестно откуда. Машинку подарили, денег отложили. И внук ваш, да? А вы слышали, что Кирюша сказал? Он сказал, что он нас дедом любит. Ему мы нужны, а не какие-то там новые бабушки. Света, пожалуйста, не отдавай его им. Мы же очень его любим с дедом. Как мы без него? Он же наше солнышко. Естественно, вы подумайте, потому что ваш сын очень сильно привязан. Очень сильно привязан конечно, к родителям Андрея. Конечно, они с ним занимались. Лет. Поэтому мне кажется, что вполне можно давать мальчику возможность если общаться. Если бы я знала, что вот так получится... Я бы в жизнь туда не пошла. Я бы никакие иски бы не подавала. О чем вообще речь? Я была уверена, что он Жоры. Вот идеальный отец. Ну что, ну им нельзя давать ребенка. Я не знаю. Ну, Светочка, ну мне-то можно доверять. Ты же мне 7 лет доверяла. Суд удаляется для вынесения решения. Я уже все переосмыслил. Если давным-давно. Оглашается решение суда. В иске Великановой Светланы Витальевны об установлении отцовства Кротова Георгия Матвеевича и о взыскании с ответчика алиментов отказать. В иске Великанова Павла Егоровича к Великановой и Светлане об установлении своего отцовства в отношении ребенка удовлетворить. Суд не устанавливает отцовство ответчика Кротова Георгия Матвеевича, потому что утверждение истца, что ответчик является биологическим отцом ее сына Кирилла, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы и обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Таким образом, суд и отказывает истцу в иске о взыскании с ответчика алиментов. Судебное заседание закрыто.